never quit a job, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. Привет, друзья! В этом видео речь пойдет про спортивные тормоза на Opel Astra J. В этом видео я расскажу, как самостоятельно поменять тормозные диски и колодки, что лучше купить и чем мои тормоза отличаются от оригинала и от других аналогов. Ну а прежде чем мы начнем, я хочу порекомендовать отличный переходник с прикуривателем на USB и Type-C. Что же в нем такого особенного? Да то, что производит его крупная китайская компания под названием Ugreen, и их продукцию я использую уже не первый год на своих автомобилях и дома. Качество деталей на высоте и в работе себя проявили с лучшей стороны. А что касаемо данного переходника, так то, что он является быстрой зарядкой для подключенных к нему телефонов, ведь выход у него 5 вольт и 4,8 ампера максимально. А выходная мощность 24 Вт, что позволяет быстро заряжать смартфоны и другие устройства, подключенные к этому девайсу. Особенно это хорошо, когда нужно быстро зарядить телефон в автомобиле, а маршрут у вас короткий. Ссылка на этот переходник в описании под видео. Ну а мы с вами возвращаемся к тормозам. Давайте посмотрим, в каком виде их поставляют. Вот так выглядят тормозные колодки серии Performance от компании United Brake System. Вот в такой стильной упаковке они поставляются. Хочу напомнить, что эта тормозная система тестировалась на трассе Нюрбургринг. В составе этих колодок формула Organic. Если мы достанем тормозные колодки, то увидим небольшую инструкцию. Также обратите внимание, что в комплекте с тормозными колодками идет универсальная смазка для суппортов. Ее немного, но на замену этих колодок вполне достаточно. На колодках, как вы видите, нанесена пластина антискрип. А так выглядит каждая колодка по отдельности. Хочу обратить внимание, что колодки выполнены без каких-либо изъянов. Тормозные диски также тестировались на трассе Нюрбургринг. Эти диски идеально сбалансированы, имеют собственную систему охлаждения, вентилируемые каналы, имеют высокий порог прочности, максимально эффективно взаимодействуют с тормозной колодкой, покрыты антикоррозионным составом GeoMet, нанесено перекрестное слотирование. Точно такая же тормозная система стоит у меня на Ладе Веста, и я на ней проехал уже более 2 лет. Тормозные диски и колодки уже не первый год выбирают компании United Brake System серии Performance. Они не только красиво выглядят, но и отрабатывают торможение на твердую пятерку. Причем такая тормозная система серии Performance стоит уже не первый год у меня на Ладе Веста. Тормозные диски и колодки не пылят. А еще тормозные колодки не тают как масло, хотя сделаны из органики. И диски тормозные имеют насечки. Кстати, эти самые насечки и способствуют лучшему торможению автомобиля. Ведь представьте себе принцип работы тормозного механизма. Чтобы остановить колесо на скорости, тормозные колодки с большой силой сжимают тормозной диск, препятствуя его движению. И в этот момент между колодкой и диском создается разрежение, выделяется газ. Ведь диск начинает быстро нагреваться, и соответственно тормозные колодки не могут зажать диск на 100%. А с этими дисками серии Performance тормозной путь автомобиля сокращается в 1,5–2 раза. Ведь через слоты и отводятся разряженные газы при торможении автомобиля, давая тормозной колодке соприкасаться с диском на все 100%. А еще слоты, подобно бритве, снимают фрикционный слой с тормозной колодки.
И, кстати, эти насечки служат естественным индикатором износа. Если пропали насечки, то пора менять диск. По сути, это самые настоящие спортивные тормоза на гражданские автомобили для любителей агрессивного вождения. Можно долго про них говорить, но уже руки чешутся поставить и протестировать их на автомобиле. Так что погнали в гараж. Вот так выглядит моя тормозная система на Opel Astra. С момента покупки автомобиля я сюда не залазил. И как вы видите, тормозной диск уже пора менять. Он ржавый, износ неравномерный. И мало того, что все надо поменять, а еще надо будет смазать суппорта для правильной работы. Скорее всего, их никто не смазал при замене колодок и тормозного диска. Ну что, эти колодки с тормозным диском надо снимать. Снятие тормозного диска мы начнем со снятия тормозного суппорта и тормозных колодок. После того, как снимем суппорт, уберем колодки, можно будет поменять тормозной диск. Ключом на 10 мы откручиваем вот эту гайку. Надо будет открутить с верхнего пальца и то же самое с нижнего. Затем суппорт можно будет легко отодвинуть. Тоже такой же болт. После того, как открутили эти два болта, можно снимать суппорт. Аккуратно поддеваете его. Лучше всего использовать большую отвертку. Здесь тормозную систему давно никто не обслуживал, поэтому немного все проржавело. Вот так выглядит тормозной суппорт. Мы его открутили, сняли. И теперь лучше всего под него что-то поставить, чтобы он не болтался в воздухе. Потому что он держится только на тормозном шланге. А лучше всего тормозной шланг снять с этого крепления. Шланг увеличится. И суппорт легко можно положить на землю. Естественно, немного надо будет подложить под него, чтобы он был не на весу. И не растянул тормозной шланг. Как вы видите, доступ к тормозным колодкам у нас открыт. И они в ужасном состоянии. Ну а после того, как мы сняли тормозной суппорт, как вы видите, колодки уже легко можно снимать. Поддеваете, и они легко вываливаются. Обратите внимание, что колодка уже практически вся стерта. И еще хуже состояние у задней колодки. Она больше стерлась. Износ неравномерный, стирается она неровно и вся проржавела. Этим тормозным колодкам давно уже пора быть на мусорке. Если мы возьмем новую колодку и сравним ее со старой, то, как вы видите, вот этот вот паз, он довольно глубокий. А на старых колодках он уже весь стерся. Далее, для того, чтобы снять тормозной диск, нам необходимо снять скобу тормозного суппорта. Для того, чтобы снять эту скобу, необходимо открутить два болта. То есть, как вы видите, один и еще один сзади. Я их уже открутил. Хочу обратить внимание, что откручиваются они ключом на 18. В редких наборах есть такие ключи. Так что имейте в виду. Вот такие болты под 18 ключ. Ну а после того, как открутили ее, она легко снимается. Вот так она выглядит. Она тоже так же немного проржавела. И, кстати, хочу обратить внимание, что вот эти пальцы здесь не работают. Они должны двигаться зад-вперед, поэтому тормозной диск неправильно изнашивался и тормозная колодка тоже также неправильно изнашивалась. Поэтому, прежде чем все это поменять, мы его обслужим. Вытащим, прочистим и смажем. Ну а мы себе все освободили для того, чтобы поменять тормозной диск. Тормозной диск можно снять с помощью откручивания вот этого вот маленького болтика. Как вы видите, болтик под торкс я открутил, который держит тормозной диск. Ну а далее можно снимать тормозной диск. Единственное, здесь он, скорее всего, прикипел.
и его надо будет отстучать. Обстучали молотком диск, и диск легко можно будет снять. Вот такой тормозной диск у меня. И как вы видите, с внутренней стороны износ был, конечно, неровный. Тормозная колодка прилегала не всей площадью, поэтому тормоза были неэффективны. Хочу обратить внимание, что тормозной диск хоть и выглядит большим, но на самом деле его тоже давно пора уже выкинуть. Его толщина составляет 24 мм, хотя новый диск 26 мм. Ну а я, прежде чем собирать все на место, хочу зачистить все от ржавчины и обработать все медной смазкой. Медную смазку использует компания Lavr. Это аэрозольная медная смазка, которую легко наносить, и она очень долговечная. Вот так эта смазка выглядит. Она высокотемпературная, не боится нагрева и не боится воды. После того, как ступицу смазали, можно устанавливать тормозной диск. Также советую слегка смазывать болты, для того, чтобы в следующий раз было легче их откручивать. Вот так выглядит тормозной диск на своем месте. Согласитесь, просто идеально. Следующая на очереди — это скоба с суппорта. Но для того, чтобы ее ставить, ее надо, конечно, привести в нормальный рабочий вид. Вот эти пальцы были заклинившие. Я их сорвал, вытащил, и посмотрите, что на них. Резинки целые, к ним вопросов нет, но смазка внутри давно задубела. Смазка задубела, и поэтому эти пальцы плохо двигались. Это один. И вот такой второй. Обратите внимание, что в резинке, что на пальце. Очень много ржавчины. Скорее всего, сюда попала влага, поэтому они проржавели и заклинили. Поэтому и такой износ на колодках. Все это дело надо почистить и смазать уже новой смазкой и собрать все в обратной последовательности. Эти пальцы должны спокойно заходить и спокойно выходить. Итак, друзья, очистили внутреннее отверстие в скобе от старой смазки, очистили пальцы, видите, они уже беленькие стали. И как вы видите, на одном есть резинка, на другом его нет. Не знаю, должно быть так или нет, но тем не менее, вот так. Палец в скобе должен ходить свободно для того, чтобы система тормозная работала стабильно и правильно. Мы его смазываем для защиты от влаги, для лучшего скольжения. И собираем все на место. Смазку берем ту, что была в колодках. Она белого цвета. Наносим небольшое количество на палец и собираем его на место. Вот таким вот образом палец в скобе должен свободно двигаться. Смазать надо хорошенько для того, чтобы не попадала вода и чтобы все работало правильно. Направляющую скобу, по которой ходит колодка, также необходимо смазать. Смазал я ее медной смазкой. После того, как смазали, собираем все назад и ставим нашу скобу на свое родное место. Все болты советую смазывать медной смазкой. После того, как одели скобу, можно ставить тормозные колодки. Для того, чтобы установить тормозной суппорт на место, необходимо сжать поршень. Поршень сейчас вышел из-за того, что тормозные диски и колодки были стерты. Теперь надо вернуть его на место, то есть сжать. Для сжатия тормозного поршня я использую вот такой вот механизм. То есть это обычная болванка металлическая, через нее просверлен вот такой вот крючок. То есть и закручивая его, закручивая этот болт, штырь вылазит. Пользуюсь я этим механизмом вот таким вот способом. А в распор можно поставить старые колодки. Берем пару, ставим сюда и начинаем закручивать наш болт. По мере того, как наш болт закручивается, колодки упираются в поршень, и поршень заходит на место. Но для того, чтобы начинать такую процедуру, необходимо открутить крышку с бачка тормозной жидкости, для того, чтобы воздух оттуда выходил, ведь жидкость будет подниматься. Вот таким вот нехитрым способом я сжал тормозной поршень. Заходит он легко,
Самое главное, не забывайте под пыльник на поршне набить ту же самую смазку, которая шла у нас в комплекте, для того, чтобы поршень также легко ходил. Ну вот, друзья, мы собрали все в обратной последовательности, поставили новый диск, новые колодки. Как вы видите, вот эту часть я смазал медной смазкой, для того, чтобы колесо не залипало, не закисало на этом диске, на всякий случай. Медная смазка не греется, не боится температуры, ничего, не боится воды и так далее. Она будет защищать, помогать, и с ней будет намного лучше. Тормозной суппорт поставили на место. Проверили, крутится ли диск. Диск крутится, все нормально, все у нас пучком. Теперь делаем все то же самое с другой стороны, и можно ехать. Как вы обратили внимание, замена несложная. Главное — желание и время. Что касаемо цены, то хочу заметить, что эти тормозные диски и колодки серии Performance от компании United Brake System стоят на автомобиль Opel Astra J дешевле оригинала в разы. Хотя работают в два раза лучше и эффективнее. В чем подвох, сам не пойму. Ну, во-первых, вид у автомобиля с этими тормозными дисками стал немного лучше. А во-вторых, тормоза заиграли по-новому. Ведь теперь тормозная система на этом автомобиле может выдержать до 650 градусов нагрева. Многие, наверное, сейчас скажут, что это чушь и просто маркетинг. Но это не так. Эти тормозные колодки и тормозные диски я тестировал уже не один год. Но что значит мое мнение, когда их тестировал всеми известный автоблогер Антон Воротников на спортивной гоночной трассе Нюрбургринг. Пилоты Kia Motorsport тестировали на гоночном треке. А еще их тестировал Ковальчук на своей заряженной Весте. Кстати, а не так давно ребята с компании United Brake System создали на YouTube свой канал, где тестируют свои колодки и тормозные диски на разных автомобилях и при разных условиях. Мне больше нравится, где они тестируют свои тормоза на гоночных треках. Кстати, один из недавних роликов про тестирование тормозной системы серии Performance на автомобиле Land Cruiser 200 на гоночном треке Казань-Ринг-Каньон. Вы представляете, такую махину, как Land Cruiser 200, на гоночном треке разогнать и резко остановить? Как вы думаете, как отработали тормоза на этом танке? Подробно посмотреть этот ролик и не только можно у ребят на YouTube-канале, ссылка в описании под этим видео. Ну а я в заключение хочу сказать, что этот автомобиль Opel Astra J, на котором мы меняли тормозные диски и тормозные колодки, тормозить стал в разы лучше. Это стало чувствоваться сразу. И такое торможение намного лучше, чем штатное. Правда, моя работа с тормозами на автомобиле Opel Astra J еще не закончена. Осталось поменять тормозные диски и колодки сзади, обслужить суппорта и заменить всю тормозную жидкость в автомобиле. Интересно задние тормоза тем, что в них установлен электронный ручник. Но это уже в следующих видео. У нас пока на этом все. Если это видео вам понравилось, нажимаем лайк, подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пока-пока.